Дорожно-транспортное происшествие заснял видеорегистратор, ехавшего позади автомобиля. По предварительным данным, молоковозчик не справился с управлением, съехал в кювет и сбил пастуха. Когда перегонял стадо, остановились несколько машин, но молоковоз, который вез молоко, не справился с управлением, съехал в кювет и наехал на корову, потом сшиб меня с лошадью. Я упал, потерял сознание, дальше не помню. Погонщик госпитализирован в Абдулинскую районную больницу с закрытым переломом левой голени. Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства аварии.